Всем привет! Хей, с вами Ами, сегодня я вам показываю фотосет по Диве. Я не умею делать сердце, у меня яблоко. У меня пальцы не сгибаются. Да, смотри, ты посмотри на это. Дайте это мне, жопа, это яблоко. Это жопу, но это сердце. Да, Вау! Да. Несмотря на кажущуюся простоту поз, стоять было таки довольно тяжело. Бедняга. Мне кажется, вот сейчас сюда слышать. Damn it! И целую неделю после фотосета у меня болело все. И ноги, и поясницы, все мышцы тела ныли. Я постоянно падала, соскальзывала. Но в целом вы это все можете увидеть на видео. Костюм у меня получился довольно простенький, но я все-таки решила усложнить его некоторыми деталями. Например, у меня были туфли в костюме. Оно скользкое вообще. Костюм очень скользкий. Кире пришла идея засунуть туфли в костюм. Супер мини. Да, тяжело, когда ты не миленький. Маргарита прекрасный фотограф, но с ней не забалуешь. Она заставит работать тебя на все 100%, если не на 120%. Поставит тебя в немыслимые ракурсы, в немыслимые позы. Я даже не думала, что я могу так изгибаться. А, я вспомнила. Так вот, в общем, как я поняла, что я люблю этого персонажа. Да. Когда меня в 10-й раз убили, я такая ору на телевизор, такая, как же это бесит! И в этот момент этот персонаж говорит, как же это бесит! Прикольно. И я такая, бог ты мой! И я люблю тебя! Ой, странный фотки. Еще бы. Давай. Но все это, конечно, стоит того. На мой взгляд, фотографии просто бомбические. Не зря готовилась к этому фотосету Джуа года. Так, сейчас подожди, вот так, вот так. Возможно, мне просто нравится тобой сделаться. Да, мне кажется, что да. Мне кажется, что ответ в этом. Блин, камера у тебя клевый вид. На самом деле... Вообще. На самом деле все хорошо. Спасибо за внимание, с вами была Ами. Чуть позже я выложу видео про сам костюм. Ставьте лайки и подписывайтесь. А, и колокольчик еще, да, колокольчик.